В рамках российско-китайского форума по сотрудничеству в сфере туризма, состоявшегося 24 марта в Пекине, была развернута экспозиция российских туристических ресурсов и инвестиционных проектов. С экспозицией ознакомились вице-премьер КНР Ли Кэцян и заместитель председателя правительства России Владислав Сурков. Как заявил Владислав Сурков, год российского туризма в Китае станет одним из важнейших событий в календаре двусторонних обменов в текущем году. Мероприятие будет способствовать формированию благоприятной атмосферы и дальнейшего углубления российско-китайского стратегического партнерства. Заместитель главы российского правительства также отметил, что российская сторона приветствует большее количество китайских туристов, приезжающих в Россию, и ожидает инвестиций в туристическую индустрию страны со стороны растущего количества предпринимателей Китая. Крупные инвестиционные проекты представили 12 регионов России. Свои туристические возможности презентовали Калужская, Иркутская и Калининградская области, Республики Алтай и Бурятия, Алтайский край, курорты Северного Кавказа и объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ». Как заявил руководитель Ростуризма Александр Радьков, стоимость многих проектов, представленных на форуме, достигает 2 миллиардов долларов. Прошедший в Пекине отраслевой форум должен послужить всестороннему анализу состояния двустороннего взаимодействия в туристической сфере и содействию сотрудничеству двух стран в этой области. Презентации туристических возможностей российских регионов будут проходить в КНР в течение всего года российского туризма.